Добрый день, детки. Сегодня, мне кажется, вас не так много. Вас осталось немного, да? Кто-то, может быть, разъехался, кто-то заболел. Никто не приехал еще в заезд. Но ничего. Расскажу вам историю про одного человека, который был хирургом. Вы знаете, кто такие хирурги? Хирурги. Кто такие хирурги, София? А ну скажи нам. Хирурги. Кто же такие хирурги? Кто знает? Кто скажет? Эмилия. Они делают операцию. Операцию. А что такое операция? Вырезают живот. Когда что? Вырезают живот. А, когда разрезают живот. Правильно, когда разрезают живот или еще какую-нибудь часть тела, там что-то ремонтируют, да, и что? Специальными ножницами. Да, у них специальные инструменты, и ножницы, и всякие другие инструменты, да? И ножики. Да, и потом исправят там внутри, что нужно исправить, и потом зашивают, да? И потом оно заживает, и человек живет таким образом. Вот такие врачи есть, хирурги. Так вот, наверное, многим взрослым, присутствующим здесь, знакомо имя Бена Карсона. Это знаменитый американский хирург, который делает очень сложные операции, например, на головном мозге. Вот, так вот, он пишет, на голове делает операции, да? Попроще говоря. Так вот, он рассказывает историю о своих студенческих годах. Это произошло, когда он учился быть доктором. Вы знаете, докторов, врачей, их учат очень строго и очень скрупулезно. Иногда удивляешься, сколько много врач знает. Почему он много знает? Потому что он очень много учил, когда был студентом, и он продолжает учиться. Вот наши доктора, они тоже продолжают и продолжают читать, учиться, совершенствоваться, чтобы, когда лечишь людей, не допустить никакой ошибки, чтобы никому не навредить, но наоборот, только помочь. Так вот, этот Бен Карсон, когда был студентом, он вспоминает, у нас был экзамен, очень сложный экзамен. Мы его сдали, но потом нам объявили, что результаты этого экзамена как-то нечаянно сожглись, где-то они пропали, и поэтому экзамен нужно пересдать. Вы знаете, что такое экзамен? Экзамен – это такое испытание. Это когда дают какую-то задачу, и эту задачу нужно решить, например, пример, если это в школе. Вот. А это очень сложные вопросы задают. И они должны на эти сложные вопросы ответить в письменной форме, написать все. Вот. И повесили объявление, что все должны явиться на повторный экзамен. И вот было 150 студентов на этом курсе, очень много, вот, больше, чем нас здесь собрано было студентов. И вот все пришли в большой класс, всем выдали задание, и как только выдали задание всем студентам, то учитель, который должен был присутствовать на этом экзамене, он вышел за двери, и студенты остались одни. И когда все студенты, будущие врачи, будущие доктора, посмотрели на вопросы, они увидели, что эти вопросы очень-очень сложные и запутанные. И сразу же Бен услышал из-за своей спины шорох и шум и возмущение студентов. Студенты говорили, они что, над нами издеваются? Такие сложные вопросы. Что это они придумали себе? И так как учитель вышел из класса, то некоторые студенты решили, что можно убежать с экзамена, а потом сказать, что не видели объявления, и поэтому не пришли на экзамен. И таким образом еще иметь время немножко подчитать, поучиться немножко, и потом, может быть, сдать этот сложный экзамен. И поэтому студенты стали потихонечку, один за другим, и даже вместе, по двое, по трое, собирать свои вещи и тихонечко уходить из класса, где проводился экзамен. А Бен Карсон, он был верующим человеком, уже когда был студентом. И вот он не мог себе позволить обманывать. Он не мог впоследствии сказать, что «а я не видел объявления, поэтому не пришел». Это был бы обман. И поэтому он сидел и усердно изучал вопросы.
И молился Богу и просил: «Господи, помоги мне написать правильные ответы. Помоги мне сдать этот экзамен хорошо». Вот. И когда он занимался тем, что писал ответы, когда он оглянулся уже ближе к концу времени, он увидел, что он остался один. Из 150 человек, студентов, он остался один в огромном зале. И тут открываются двери, и заходит в класс преподаватель вместе с журналистом, с репортером, и начинают фотографировать его. Он опешил и говорит: «Что все это значит? Что случилось?» Они говорят: «Это был розыгрыш. Это был не настоящий экзамен. Просто мы захотели узнать, кто самый честный студент на всем курсе. Поздравляем! Им оказались вы. Вы остались честны. Из всех студентов вы единственный, кто сохранил честность». И в это время, знаете, у Бена Карсона очень мало было денег. Ему очень не хватало денег. И благодаря этому случаю ему дали небольшую сумму денег на его расходы. И это было вознаграждением ему за его честность, за то, что он остался верным Богу. Если все обманывают, будем ли мы обманывать? Если все лукавят или что-то скрывают, будем ли мы это делать? Пусть Бог поможет вам, детки, также быть честными, как заповедовал нам Господь, чтобы вы остались верными Господу. Бегите к своим родителям.